В настоящее время дефицит электроэнергии наиболее ощутим в южных регионах страны. Об этом на встрече с жителями Туркестанской области заявил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. На встрече в Туркестане с участием свыше 300 представителей общественности был обсужден вопрос важности строительства АЭС. Далее члены народного штаба побывали в областной больнице в Сауранском районе ауле Орангай и в ТЭЦ города Кентау. На каждой встрече разъяснялась важность развития атомной энергетики, обеспечения аграрных и коммунальных предприятий стабильным источником энергии. Любое важное решение, касающееся судьбы государства, принимается с участием народа и с учетом его мнения. Это непреложный принцип политики нашего президента. Это показатель формирования в обществе новой политической культуры. Мы четко следуем ему, поэтапно реализуем реформы. Наша конечная цель – эти реформы должен прочувствовать каждый гражданин, каждая семья.